Разве так может быть, Эзель? Разве человек может забрать все, если у него появилось такое желание? Они не забирают, проверяют. Но мы были очень богатыми. Смотри, и сейчас наши дела неплохи. Нет, у нас было много денег. Я собрал вещи, за которые мы можем выручить деньги. За ними должны прийти, так что тебе надо быть в офисе. Сколько мне просить? Что дадут? Эзель, это же временно, да? Мы все вернем, не так ли? Кто нам позволит? Кенан Беркан хорошо знает, куда бить. Они забирают не силы, а используют связи в госучреждениях. А кто пойдет требовать у государства? Эзель Байрактар, но такого человека нет. И Кенан Беркан об этом знает. Как он узнал? Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, Шебнем. Как он мог узнать? Не знаю. Может, Джингис сказал? Нет, не думаю, Джингис тут ни при чем. Он узнал от кого-то из нас. Эзель, дядю освободили. Когда? Вчера вечером. Где он сейчас? Не знаю, он никому не сказал. И свой телефон не взял, оставил его здесь. Эзель, как думаешь, что у него на уме? Эзель! Слушаю. Ваш гость пришел, господин Кенан. Пропустите. Заканчивай с этой игрой, Кенан. Закончу, если позволишь. Я ничему не научил тебя, да? Возьми нож и сам попробуй противостоять мне, как мужчина. Я сказал твоему внуку, он все сделает за меня. Он не сделал и не сделает. Сколько бы ты ни промывал ему мозги, он моя кровь. И моя кровь не прольется. Он оттягивает момент. Мы играем с тобой. И с прошлым покончено. Тогда не отводи взгляд. Смотри мне в глаза, будь смелее. Я не боюсь тебя, Рамис. И никогда не боялся. Тогда не дрожи передо мной. Стой прямо, как мужчина. Я никогда не боялся тебя, Рамис. Я уважал тебя. Восхищался тобой. Поражался тебе. Я отвожу взгляд не от того, что боюсь тебя. Кенан, заключим сделку, Рамис. Что победит в итоге? Твое сердце или мой ум? Кенан! Кого послушает твой внук, тебя или меня? Я считаю, что до конца этого дня он уничтожит своего деда. Он этого не сделает. Он не сделает этого. Этот парень хороший человек. Он не сделает этого. Тогда твоя жизнь будет в руках того, кто победит. Удачной игры, брат Рамис.